На конкурс «Дети читают стихи», детский сад номер 92, родничок города Стерлитамак, выступает Зарубина Маргарита, 4 года. Стихотворение Юрия Тувима «Овощи». Хозяйка однажды с базара пришла, хозяйка с базара домой принесла картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу. Ох! Вот овощи использовали и стали, кто высок, вкуснее и нужнее на земле. Картошка, капуста, морковка, горох, петрушка и свеклу. Ох! Хозяйка тем временем ножик взяла, ножиком этим красит на тела. Картошку, капусту, морковку, горох, петрушку и свеклу. Ох! Накрытые крынкой и душно каски кипели, кипели в крутом кипятке. Картошка, морковка, капуста, горох, петрушка и свеклу. Ох! От супа овощной получился.